Так, здравствуйте, дорогие мои друзья, все мои подписчики, те, кто просто смотрит мои видео. Вот у меня появилась наконец-то моя новиночка, которую я тоже очень хотела. Все время вам говорила, что хочу вот Ванессу, Темпо, и буду копить на нее там, и охотиться за ней, да, на Wildberries. Вот, наконец-то она у меня есть, и это мой подарок самой себе на Новый год. Вот, то есть... Заказала я, конечно же, заранее, потому что там у нас и так уже вон очереди и долго идут посылки на Озоне. На Wildberries я не знаю, но может быть и тоже, да, долго, потому что уже даже с начала декабря, даже уже в ноябре, уже там долго шли. Вот мама заказывала кота Батона, второй старший племянник, потому что одну ему подарили на день рождения, вторая то расплакалась, тоже захотела. И вот как бы... Уже идут долго, да, вот. Ну, я еще сапоги заказала зимние недавно, потому что у меня маршрутки порвали, обувь зажали дверью, и каблук каши просит. Ну, мы, правда, заклеили, но тоже, наверное, ненадолго. Да еще причем вот эта вот штучка, за которую тянуть замок, застегивать у собачки, держатель сам, отвалился, да, я застегивала, на работе пришла домой, его нету. Пришлось скрепку нацепить. Сам замок целый, вот именно вот когда за собачку дергаешь вот так за замок, вот этой штучки нету. Вот. Ну, сохраню сапоги, потому что я по скидке заказала. Неизвестно, конечно, когда они придут. Может быть, до Нового года. Вот. Ну и, конечно же, меня почему с вами долго не было, потому что у меня, да, проблемы опять с продавцом. Тогда я снимала, когда я снимала вот Барби, да, последнюю покупала, что я говорила, я ходила там, да, к ней помогала. Так вот это вот, и она, да, без опыта, и всяко тупила там все это, и постоянно, вот. Так мы взяли, да, еще одну, даже как раз таки Таня ушла еще, то есть, и я еще одну взяла, то есть, с опытом. Вот. А потом оказалось, что она воровка, потому что второй день она пришла, на первый день не до конца была, до 12 ушла. Говорит, мне в больницу надо. Наверное, подумала, что, ну, я там и никак свои делишки не провернуть. А когда второй день пришла, я ей говорила, до 10 тебе надо быть, ну, чтобы понять, как кассу закрывать. Хотя она говорит, ну, как бы у нее опыт был, она в двух зоо работала уже, город зоо, и красный кролик у нас есть. Вот. И как бы она пришла, да, второй день... Вот, и только я в туалет вышла, прихожу, и что-то я, да, вот тогда же последний день работала, вот та вот уходила, то есть 30 ноября, а потом я вышла уже дальше, то есть не 30, а 28, по-моему, вот. И во вторник вот я стою, сидела снова, Алена ее звали, вот, и как бы только пришла из туалета пересчитать, что-то у меня вдруг стукнуло в голову, а я с утра-то не пересчитала, да, а у нас в кассе всегда 5. Скляжу, 470 не хватает. Ну, считай, 500 рублей там, 30 рублей, то есть. И все. У меня сразу же застучало, как все это и внутри. И думаю, ну все, это же сперло. Больше-то некому, потому что вчера даже сестра с мужем своим приезжали, когда, то есть, ну, вчера почему? То есть в тот день, в понедельник, в ноябре, когда последний день вот та работала, Лена ее звали. И они пересчитывали вроде, и все, ей, ну, она ушла там, проверили у нее все. Вот. И думаю, ну не могли же они ошибиться на 500 рублей. Я как бы пишу, все там, она говорит, вот это, наверное, сперла. Вот. А потом она как-то раз резко дособиралась и ушла. Типа у нее там вышла в туалет, в магазин потом пошла, ничего не нашла там, типа, и ушла. Говорит, у меня дома трубу прорвало. Я так и подумала, что она просто так ушла. Она даже до сих пор не вернулась. За месяц уже ее обувь валяется, она обувь забыла. Я как бы ей так сказала, что типа мы больше не нуждаемся. Почему? Мы узнали, что она воровка, потому что... Извините, конечно, закашляли, если что, потому что я болела недавно. Вот. И как бы пришла, да, девушка, которая к нам все время ходит, вот от глистов там все рекламирует, там Апицена, то есть вот эта вот фирма, как из Апицена она. И она все там, да, вот эти вот Гельмимаксы, Мельбимаксы, вот эти всякие там и шампуни, она все это, ну, тоже они продают, рекламируют. У нас есть их продукция некоторая вот для животных. И она как бы сотрудничает почти со всеми магазинами и знает много менеджеров. И она говорит, а давайте я сейчас вам узнаю, говорит, про эту Алену.
И все, она быстро написала в «Красный кролик», и они ответили, менеджер говорит, что она нечиста на руку. И я сразу поняла, что это она украла, потому что доказательств у меня не было. Вдруг это вот та вот Лена, которая ушла, сперла, мало ли, потому что у нее уже была недостача по карте 800 рублей. Но мы, да, у нее как бы на нее списали, потому что все равно доказательств нет, но когда я услышала, что она нечиста на руку, это Алена, естественно, мы ей написали, что мы не нуждаемся. И она стала, блин, специально возмущаться стала. Блин, почему вы сразу не сказали? Типа, ездила, ага, ездила один день. И сразу сперла деньги, ездила она. 500 рублей украла, и все, блин. И я сразу тогда и написала, что мы, начальство взяло камеру, посмотрело и сказала, что мы не нуждаемся. И она сразу так притухла, написала, типа, ясно, я напишу, когда я приеду за своими кроссовками, чашкой, блин, с ложкой. И так и до сих пор нет. Уже, наверное, недели три прошло. Я ее, значит, завтра выброшу. Они мне там мешают вообще. У нас и так места нет. Там и еда, и мешки с кормом, и опилками, и коробки. И поэтому нафига мне хранить чужую? Не приехала, все. Гудбай, дядя Вася. Ну и, в общем, вот работаю, да, вот дают один день выходной, меня заменяет сестра, ну и по будням, вот поэтому как бы фотать даже некогда вообще, то есть кукол у меня, я говорю, я не сплю, я еще и заболела, да, вот, я, ну хорошо, без кашля, кашель у меня как бы это так, из-за ринита он всегда у меня, из-за соплей моих, из-за ринита, то есть, вот. Ну и будем, конечно же, снимать обзор, а то я все время рассказываю вот про свою работу и как-то на выходной и не хочется про работу все-таки. Ну, да, вот я немножко пофотала кукол, потому что я говорю, некогда фотать, то есть работаю, меня вот, да, та заменяет, но она ошибка-то иногда не хочет, потому что как бы ей неудобно работать вот там, где я, ей именно вот в другом удобнее. Вот, ну, в общем, ладно, начнем обзор. Все равно все хорошо будет. То, что, видите, пишут люди, но не приходят. Потому что, наверное, новогодняя суета, Новый год, кому сейчас прям под Новый год работают. Да и сейчас как бы уже осталось-то 2 недели, брать кого-то сейчас обучать как-то не хочется. Вот после Нового года пройдут 10 января все праздники, и, надеюсь, там нам будут писать больше и будут приходить. Потому что все, кто пишет, откликается, никто не приходит. Я им пишу, да, приходите там в лето в торговый центр, и все, и... Значит, вот, в общем, расчесочка ее. И, кстати, почему я не снимаю в коробке? Потому что, ну, и как-то и некогда, да, и я уже перестала снимать в коробке, потому что вот Шерил я в коробке снимала, без коробки снимала. Ну, там-то я ее дома, наверное, да, заказала. Просто некогда было снимать тоже. Вот. И Кию, потому что там на даче вообще снимала в бане, как бы. И так 2 обзора снимать во втором аутфите, еще 3-й в коробке, да и не хочется уже. Кому нужна эта коробка? Я всегда жалуюсь, да, что я зачем снимать в коробке, и я всегда это перематываю, поэтому уж буду снимать. Ладно, сняла там то, что сняла, а теперь уже будет без коробки. Вот, расчесочка, да, такая темно-желтая, она прям Rainbow написана. 2 вешалки, и 1 вешалка такая же, как у Шерил, где написано Rainbow. Вот. Но они-то тоже вот темного цвета, такого желтого. Так, вот ее, значит, одежда, да, рассматриваем аксессуары пока все. Значит, вот это вот у нее идет курточка, она такая легкой ткани, не грубая. Капюшон, естественно, это просто декорация, потому что на такую голову он не налезет. Это, считай, как для Барби прям. На Барби налезет капюшон, а на Рейнбоу нет, это просто у них как декорация. Значит, она болотного такого цвета. Здесь вот такая вот висюлька пришита. Украшение. Так, здесь у нас наклейки тоже различные. Спаркл, рок. Она у нас, кстати, рок-звезда из группы вот этой вот. Вот она, значит, Ванесса. Это у нас Лирик. И вот это вот, не помню. Я почему запомнила Лирик, потому что такое имя, ну... И вообще она уродина, вот эту точно я не хочу. Я видела ее вживую и видела, как люди пишут после заказа, у нее там глаза косые практически у всех попадаются. Поэтому вот ее риск заказывать по интернету и на Wildberries, если только тебе повезет. Ну там, правда же, можно обменять, но, извините меня, ты ждешь эту куклу, хочешь, она приходит, и такой глаз кривой, косой, и приходится возвращать, и расстройство только. Поэтому, да и имя ее Лирик. У нас лирик это особенность, как вот поэт, например, писатель, лирик. Вот, что это за имя-то такое, лирик? Да и вообще она мне не нравится, какая-то годка черная. Вот мне нравится. Вот это вот
Камилы, что ли, или как-то на К, по-моему, я забыла реальное имя ее. Хотя я ее хочу. Вот, вот она, Ванесса, да, и вот эту вот. Все, больше мне из этой группы никого не надо. Ну, вернемся к кофточке, да, вот. Наклеечки здесь тоже, 2021 всякие там, вон. И здесь тоже вот, на капюшоне, какая-то вообще китайская надпись. Значит, вот, вторая аутфит, это кофточка, да, Sparkle is Life написано. И так потекшая, вот, как будто она баллончиком нарисовала, и баллончик этот подтек. Вот, здесь даже подтеки есть прикольные, такая надпись прям. Кофточка белая тоже с надписью, здесь прошитый РХ золотистый на ней. Сарафанчик прикольный, который, то есть он из джинсы сделанный. Вот это вот отдельно, а расстегивается, но пришито сразу же к платью. То есть это как платье идет с двумя липучками. Вот такой большой, но вот это, блин, она слабая, вообще будет расстегиваться. И такая малюсенькая, что... Ну, в общем, вот такой вот джинсовый синий сарафанчик на лямочках. Со всякими тоже он штучками пришитыми, типа это пояс такой вот есть, вот у нее карабинчики. Так, вот вторая обувь у нее. Голубая, черная, на каблуке Rainbow написано. Здесь каблук такой квадратный, мощный. Вот, тоже с пряжечками. Вот такие вот туфельки. Ну и рассмотрим ее главный аксессуар еще. Это вот барабаны, которые очень крутые. Смотрите, здесь написано Rainbow High. Снизу здесь тоже, здесь у нее Sparkle, вот Sparkle написано, здесь тоже вот, и то, что у нее есть задние стенки, потому что, ну, как бы, смотрите, вот эта штучка, она шла отдельно, да, она сверху была, это вот сюда вставляется у нас, типа, и вот она вот так нажимать должна, да, и он вот так вот, вот бьет, еще снизу на педальке, то есть вон, вот об эту, тут просто поверхности нет, чтобы поставить, поэтому вот я так держу, как бы, видите, он. Ну, он вообще вот так должен бить. То есть она нажимает вот так даже на педальку, и он бить еще. То есть палочки вот для этих вот у нее барабанов, они закручены пока резиночкой, я пока снимать не стала, чтобы показать. Но барабаны крутые. Хотя зафига они нужны, вот просто кукла из-за вот этих вот аксессуаров, она дороже. Она стоила, то есть, сейчас я вам скажу, она стоила очень-очень дорого, то есть... Она была вообще 5,759. Но вот удалось ее купить хотя бы за 5,471, то есть на 288 рублей дешевле, потому что она никак не снижалась. Но потом она вдруг стала 5,200 с чем-то. Ну, думаю, ну ладно, заказала нас за 5,400 там на 200 рублей. А потом бац, и практически резко она стала вообще 5,800 с чем-то. То есть дороже, чем вообще была, даже чем 5,700. То есть она еще сейчас дороже. Я говорю, под Новый год все дорожает. Поэтому у нас и кролики подорожали, да, потому что год кролика были две, стали две с половиной. Вот, ну, в общем, барабаны вот классные, то есть, ну, прикольно. Но вот и той, да, с розовыми волосами, у нее гитара, как бы, там тоже с чехлом. Но я все равно ее буду заказывать. И поэтому у меня сейчас три, как бы, идет в заказе, это вот, да, вот это вот с красными, да, с гитарой из группы, близняшки две, и вот Мина, или, да, Мина, по-моему, это индианка в оранжевом наряде, вот, из трех. Но я хочу пока близняшек, потому что их две в наборе, и это прикольно. Значит, рассмотрим саму Ванессу, у нее, конечно же, волосы мятые, то есть есть прям... Вот такая прядь вообще, вот это вот, то есть вот она. Вот, то есть, видите, она прям мятая, вот. Ее, конечно, вот, вот так берешь, выпрямляешь, но она, видите, назад возвращается. Там все волосы в упаковке помялись, вот тут это мыть никак, потому что они у нее сами твердоватенькие такие вот эти косички, они прям как будто каждая в лаке залита. Так-то они, то есть, вон рассыпаются, но они тверденькие как бы на ощупь. Так-то волос много, да, вот радужные, то есть они у нее все в косичку, то есть сиреневые, синие, зеленые, красные, то есть коричневые, всякие разные. Но у нее еще есть лысоватость. Вот здесь вот вообще, вот, ну как так можно было прошить? Ну, можно было все везде вот так вот как-то, блин, прошили. Благо это не видно, потому что у нее много волос. Но вот это вот мне, конечно же, не очень нравится, то, что они вот так вот скрученные. Потому что мыть это никак, у нее это... распустится, и вообще это, ну,
муж со временем выпрямится. Значит, у нее небольшой хвостик вот тут вот, сделанный в резиночку, да. Вот, есть волосики вот еще раскрашенные тоже на лбу его здесь вот. Не помню, как они называются, но вот, в общем, разноцветные, даже нарисованные. Вот часть волос еще на голове. Так, у нее есть якорь, но он почему-то вот сюда вот не очень. Видите, только чуть-чуть вот сюда вот практически наклоняется. То есть и назад, но вперед зато вот очень сильно наклоняется. Губки у нее тоже обведены, как у Шерил, что прикольно, классно. То есть немножко, может быть, верхняя размазана тут, но это незаметно здесь. Карие глаза, да, то есть у нее реснички, все, глаза красивые. А вот здесь вот у нее, то есть над брови, то есть веки тенями так блестящими намазаны, но не знаю, видно, нет, вот они блестят, то есть вот здесь почему-то сильнее. Есть сережки, вот, РХ, Rainbow High, вот такие вот большущие. Ожерелье, у нее вообще много аксессуаров классно. Вот ни у кого нету браслетов практически у Rainbow и бус. А вот здесь вот у нее такие бусы, да, с цепью РХ написано в медальончике. Есть часики вот золотистые. Есть два браслета на другой руке маленьких, вон, золотистых. Палочки, да, барабанные, где у них держатель есть. И смотрите, внимание, у нее вот эти вот перчатки молдированные, да, ой, молдированные. Перчатки, типа, да, они снимаются. Это тканевые перчатки, то есть они не молдированные. Руки у нее не покрашены, что вообще офигенно. Я раньше вообще, когда ее видела, да, думала, блин, вот эти вот молдированные руки, как у этих наследников, как-то не очень. А потом уже, когда пошли качественные промофото, и все покупали иностранцы, я увидела уже по фото, что и по видео обзорам, что это у нее ткань. Можно снять. Значит, одежда у нее отдельная. Вот это вот у нас идет топик, да, вот видите, то есть такой, как корсетиком белый с украшением вот этими, то есть наклеенные. Футболочка, да, беленькая, просто там написано у нас уже Rainbow High, и вот такой вот, да. Хотя тут закрыто еще 2021, вот. Закрыли немножко вот этим корсетиком. Да, белая футболочка, джинсы, на которых завязочки вот здесь белые. Здесь вот тоже небольшое колечко у нее пришито. А вот эти вот дырки на коленках, мне очень понравилось ее джинсы, да, вот с дырками, я сама такие ношу, люблю. Вот здесь тоже прорезь у нее на джинсах. А вот такие вот, да, джинсы прикольные. И обувь тоже классная, вообще вся раскрашенная на платформе, да, вот, то есть у нее здесь магик написано, здесь РХ, то есть доллар. Вот такие вот прикольные, да, здесь тоже он носочек зеленый РХ, тут у нас тоже он большие буквы розовые, то есть здесь с подтеками звездочки. Вот такие классные, классная обувь. У нее немножко, конечно же, когда вот так делаешь, вот видите, то это отстает, вот здесь вот эта штучка, здесь нормально, то есть она должна быть вот так вот, сюда вот. Вот. Но это потому, что у нее нога вот так была немножко вывернута в коробке. Но это ничего страшного, потому что мы сейчас это в кипяток и все, потому что у меня так было уже. Вон, вот это шатающееся, видите, то есть у меня было у Виолет Виллу, и все нормально теперь. После кипятка эта резина восстанавливается. Вот. Ну, в общем, вот такая, да, классная кукла Ванесса, то есть никаких таких прям серьезных изъянов у нее нету. Коленку мы тут сделаем ногу, да. Ну, волосы это тоже не проблема, то, что там они вот эти вот немножко, да, скомкались, смялись, это тоже не проблема. Она очень классная и супер. Ну, теперь будем, наверное, да, копить на близняшек этих Холли и еще какая. Забыла, блин. Я Холли помню, а вторую забываю вечно. Ну, у них столько, блин, РХ уже даже этот черно-белый. Ну, черно-белый мне не нравится, там ужасные куклы. У меня много вот разноцветных. Я не люблю черно-белых, я люблю радужных. Поэтому черно-белых я никогда точно не куплю. Даже ради просто разнообразия. Не, лучше разнообразия вот этих. У меня очень много хотелок из Rainbow High, чем из Shadow High. Не хочу этих Shadow. Вот. Ну, в общем, да, буду копить на близняшек. Уже после Нового года, то есть. Это вот Ванесса Темпо Rainbow High. Мой подарок самой себе на Новый год. То есть подарок самой себе Дед Мороза собственного. Вот такая вот Ванесса у меня появилась наконец-то. Классная куколка.